Для Сочи волонтер – особенное слово, ведь именно здесь свое развитие получило волонтерское движение страны. Толчком стала зимняя Олимпиада. И вот уже 7 лет сотни сочинцев – школьники, студенты, пожилые горожане с активной гражданской позицией – служат добровольческому делу. Мы будем все делать для того, чтобы было интересно волонтерам, потому что волонтерам же тоже не станут люди, если это неинтересно. В нашем городе прошло уже, сотен 7, наверное, различных событийных крупных мероприятий. И в большинство этих мероприятий мы привлекали наших волонтеров. А к этим мероприятиям привлекался и мировой интерес. И таким образом наши волонтеры становились очень известными. И, конечно, улыбки наших волонтеров уже известные помнят во всем земном шарике нашем, правда? Потому что и на Олимпиаду к нам приехало большое количество гостей, которые просто были очарованы тем гостеприимством, которое проявили сочинцы. И, конечно, чемпионат мира по футболу в прошедшем году, он тоже расширил круг наших друзей Сочи, поэтому мы о себе уже заявили. Среди активных волонтеров города Екатерина Плеханова – кадастровый инженер. В волонтерское движение ее привело желание помогать обществу. В итоге, признается девушка, помогла она и самой себе. Замкнутый человек – теперь это точно не о ней. Ко всему прочему, благодаря волонтерству Екатерина побывала на мероприятиях и за пределами Сочи. Очень интересным был проект в прошлом году. Я работала атташе сборной Российской Федерации на Тайване во время универсиады. Наверное, это был самый необычный опыт, потому что там я представляла уже не только, скажем так, волонтера нашей страны, но именно волонтера нашей страны за рубежом. Поэтому ситуации были стрессовые, иногда очень интересные. И мне впервые, например, удалось побывать именно как участнику на церемонии открытия крупного спортивного мероприятия. Год добровольца для сочинских волонтеров действительно был насыщенным. Одно мероприятие сменялось другим. Новая волна, ФИФА, Формула-1. Город принял более 100 спортивных чемпионатов и первенства. Еще десятки различных форумов – экономических, музыкальных. Одна из главных задач года добровольца была как раз таки популяризация данного движения. И если смотреть в целом по России, то буквально 7 лет назад всего лишь от 3 до 4% были приверженцами этого движения. Сегодняшние опросы показывают, что уже более 17% россиян приобщили себя к добровольческому движению. Соответственно, это примерно такие же цифры в городе Сочи. Сколько именно волонтеров в Сочи, сказать сложно. Известно лишь, что за 7 лет через городской центр развития волонтерства прошло более 10 тысяч горожан. Год добровольца подошел к концу, но это движение, подчеркивает руководство города, будет только набирать обороты. Количество событийных мероприятий, проводимых на курорте, только растет, как и интерес к Сочи. К тому же в новом году акцент будет сделан и на внутригородские мероприятия, в том числе проекты в рамках хартии «Я люблю Сочи». Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.